Всем здравствуйте, давайте с вами посмотрим ответ на такой вопрос. Что вы сами себе из будущего хотите сейчас посоветовать? Что вы сейчас хотите себе сказать? Что бы вы себе из будущего сейчас сказали, да? Именно в этот момент. Три позиции. Ой, сейчас я батарейку поменяю только, минутку. Так, продолжаем. Три позиции. Первая позиция. Что вы сами себе из будущего сейчас хотите посоветовать, да? Вы себе из будущего говорите, что сейчас у вас очень такая ситуация, очень болезненная, очень вам тяжело, вас где-то недооценили, вас где-то предали, да, возможно, тяжело на работе, тяжело в отношениях, что-то сейчас такое происходит тяжелое, когда вам кажется, что все мир рушится, все плохо, ничего не получается, вам сейчас очень тяжело. И вот вам, вы к себе из будущего говорите, что все это закончится. Вот то, что тяжело, заканчивай. Все, этот период уходит, он уходит. Да, тяжелый период уйдет из вашей жизни, и вы примете решение идти к своей мечте. Вы примете решение двигаться к своей цели, к тому, о чем вы мечтаете. Вот это говорит, говорите вы себе сами. Вы понимаете, вы начнете слушать свою интуицию, вы перестанете сомневаться в том, что вы хотите, вы определитесь со своей целью, вот, и будете двигаться к своей мечте. Делайте это, говорит ваша душа, все, заканчивайте этот тяжелый период и двигайтесь к своей мечте, вы примете решение. Ой, смотрите, а что вам поможет в принятии этого решения, да? Вы знаете, какой-то тяжелый период в вашей жизни, как раз таки вот он сейчас длится, да, и вот вы сейчас разочарованы, и что-то принесло вам очень много боли, да, ваше сердце болит, и вы не можете радоваться, понимаете, ничто не приносит вам удовольствия, ну, только с друзьями, возможно, как-то вот, да, ну, здесь вам как-то очень тяжело, вы проходите такой путь, когда вам приходится действовать, вы, может быть, не хотите, у вас уже и сил-то нету, но силы у вас есть, вы с этим справитесь, вот, и эта вот неприятная ситуация, она уйдет. А что вам нужно здесь делать? А тут, в принципе, это и делать, чтобы эта ситуация ушла, ничего не нужно, она уже сама, ситуация уже, как бы, все это уже отжило, пришло время вот этому тяжелому периоду уйти. Вы проходили какой-то урок, вы чему-то должны были научиться. А вы должны были научиться находить выход из разочарования. Из того, что у вас ничего не получается, да, из того, что вот вы должны, здесь такой урок, что вы должны видеть шансы, даже если у вас что-то не получилось, вы должны видеть то, что у вас есть, то, что у вас осталось. И вы должны научиться принимать решение идти дальше вперед. Вы должны научиться принимать, делать выбор. Принимать решение и делать выбор. В прошлом вы не могли как-то принять решение. Поэтому у вас и было такое, что какие-то деструктивные отношения, какая-то зависимость, и вы не могли чувствовать себя полноценно радостным или радостной, потому что, ну, здесь как-то не сбывались ваши мечты, вам приходилось чем-то жертвовать, что-то все время разрушалось, и все было не на вашей стороне как-то, вот, знаете. Вы хотели как-то отстаивать свои границы, вы хотели сберечь то, что у вас есть, да? Но когда вы действовали, у вас все разрушалось. Здесь как-то вы не могли идти вперед, вы здесь какая-то зависимость от другого человека, потому что вы думали, что вам нужна помощь. А вам помощь не нужна была, вам нужно, понимаете, вам нужно было каких-то, вам нужны были какие-то знания, которых вам не хватало, чтобы идти дальше вперед. Смотрите, что ваша душа хочет вам посоветовать, что вы сами себе хотите из будущего посоветовать, совет вам, да, чтобы вот дальше было у вас лучше, легче и хорошо. Избавьтесь от алкогольных зависимостей, если вы выпиваете,
то избавляйтесь от этого. Это обязательно, потому что это вас может втянуть во что-то очень нехорошее, и когда вы потом не сможете из этого выпутаться. И это будет надолго. Вы как-то надолго будете зависимы. А здесь как-то вот алкоголь идет. Выпивка, алкоголь, какие-то вот что-то такое. Избавляйтесь от зависимости от этих. И вот от ненужных связей, когда вы выпьете, например, вот от этого нужно избавляться. Этого вот не надо допускать. Никаких связей во время того, как вы выпили, например, ничего такого себе не позволяйте. Никаких отношений не заводите. Они будут зависимые и деструктивные. И это надолго вас выбьет из колеи. Вам нужно найти ответы в себе, чего вы действительно хотите. Ну, возможно, вы действительно хотите легких отношений, кстати. Просто чтобы, ну, как бы, жить вместе, например. Легких отношений. Приехал, уехал. Возможно, вы этого действительно хотите. Но это вас всегда будет ставить перед выбором, понимаете? Перед вашей независимостью вам придется это чем-то, ну, не знаю, чем-то жертвовать, между чем-то и чем-то выбирать. Вы будете в иллюзиях, вами будут управлять просто. Вами будут управлять, если так будет. Вот. Вам нужно работать над собой и брать все в свои руки, потому что будет поворачиваться судьба по-разному, вам нужно брать все в свои руки, как вы действительно хотите. Возможно, здесь кто-то не хочет ничего серьезного в отношениях, например, но... Смотрите сами, это может вас затянуть надолго просто. Да, в работе надо все брать в свои руки. Какой-то период у вас заканчивается, какой-то период такой, знаете, вот вообще. Вам нужно как-то вот из того, что есть, находить позитив, находить выход, видеть то, что у вас есть, ценить то, что у вас есть. Ну да, здесь, понимаете, разрушайте то, что уже, ну, то, что уже вам не нужно. Ну, просто время пришло. Да, здесь как-то, здесь какой-то, знаете, здесь даже, если вы сами не разрушите то, что вот уже болезненное, то, что вот вы тянете, долго уже к этому идет, то здесь как-то ситуация будет так, что здесь все само разрушится. Но здесь разрушится так резко и так неожиданно, что вам будет ого-го как тяжело. Да, чтобы начать что-то новое куда-то идти. То есть как-то все ну, как-то заканчивать, но тут здесь начнется новый период. Да. То есть просто что-то очень такое разрушится. Что-то рухнет прям. Все заново придется строить. Вот. Спасибо, что посмотрели первая позиция. Теперь смотрим вторая позиция. Смотрите, что хочет сказать. Что вы себе хотите сказать? Вы хотите себе сказать, что вы. Двигайтесь очень медленно, двигайтесь к тому, что вы хотите, к благосостоянию, к какой-то стабильности, да, к чему-то такому стабильному и уверенному в завтрашнем дне. Но вы очень медленно, но верно, двигайтесь. А здесь, чтобы достичь своей мечты, знаете, вы двигаетесь к своей мечте, да. И чтобы достичь своей мечты, своего желания, вам могут помочь родственники, родственные отношения какие-то. Но вам нужно брать все под контроль. И сейчас у вас есть такая возможность. Сейчас у вас что-то вы можете сделать самостоятельно, чтобы двигаться вот побыстрее именно к своей цели, именно чтобы двигаться, а не стоять. Или не пойти в другую сторону, да, то здесь как-то все в ваших руках. Здесь все в ваших руках. Ну, смотрите, здесь давление со стороны быть не должно. Отстаивайте свои границы. Понимаете? Отстаивайте свои границы и перестаньте жертвовать. Перестаньте жертвовать чем-то вот собой, там, да, чем-то таким. Посмотрите на ситуацию по-другому, как-то по-новому. Что-то новое здесь, какая-то идея у вас придет. Импульс движения, идти, двигаться в новое, как-то по-другому, по-новому здесь нужно действовать.
чтобы добиться своей цели, своей мечты, здесь как-то нужно по-другому. Вы ставите перед собой цель, это однозначно, нужно ставить цель, но действовать нужно как-то по-другому. Да, и вы будете здесь очень довольны. Смотрите, вы воспользуетесь шансом, вас будут переполнять приятные эмоции, вы добьетесь того, чего вы хотите, но добьетесь своим трудом. Вот. Давайте совет посмотрим. Совет, смотрите, всегда прислушивайтесь к себе и не делайте выбор между обманом, да, там, и вот то, как вот не надо обманывать, потому что здесь должно быть совет. Смотрите, здесь совет такой, где должно быть все четко. Да, смотрите, если вы будете обманывать, ну, вы, да, вы, может быть, выиграете эту битву, но не войну. Потому что если вы будете обманывать, вы потеряете свою независимость, вы потеряете вот этот равный взаимообмен с другими людьми, понимаете? У вас все это рушится, разрушается и уходит, все, вы это теряете. Поэтому здесь нужно по-честному, здесь нужно прислушиваться к себе. Конечно, свои интересы, это понятно, что вы должны преследовать свои интересы, но здесь же нужно находить подход к людям, здесь нужно общаться, вот это общение здесь очень важно. Ну смотрите, здесь вы совет такой, что вам нужно обрести равновесие внутреннее, внутреннюю гармонию, вам нужно уединиться и найти все ответы в себе. Вы знаете, чего вы хотите. Если вам нужен отдых, то отдохните, потому что ну, для вас важно, уделите внимание себе, это важно для вас. Вот. Уходите от того, что вы сидите дома, да, от того, что манипулируют какие-то люди вами, да. Не бойтесь принимать решения самостоятельно, не бойтесь уходить из зависимых отношений, от зависимости от ваших, не бойтесь уходить. Вы найдете силу, энергию, чтобы идти дальше к своей мечте, к стабильности. Вот, здесь так. Здесь так, вторая позиция. Третья позиция. Что вы сами себе хотите сказать? Вы сами себе хотите сказать, что вы прекрасны. Вы сейчас находитесь в таком состоянии, когда вам открыты все двери, вы можете приумножить свое состояние, у вас сейчас есть возможность, вы можете найти работу, вы можете заниматься любимым делом, вы можете заниматься семьей. Вы сейчас находитесь в таком ресурсе, когда вы очень многое можете. Вам главное нужно ставить себе цель и идти, ну то есть чего вы действительно хотите, действительно. Вот, вы этого добьетесь. Здесь, смотрите, здесь не нужно воевать с мужчинами. Не нужно бояться, не нужно воевать с мужчинами, не нужно бездействовать как-то здесь. Думать, что ничего не получится. Да? Здесь как-то нужно выстраивать взаимоотношения такие, что ну, вы равнозначно вкладываетесь эмоционально и финансово, и как-то, ну, не знаю, помогаете друг другу здесь так. Здесь нужно общаться так, чтобы помогать друг другу в партнерстве. Здесь партнерство важно. Если нужна помощь, то не нужно бояться просить этой помощи. Но здесь главное не обманывать, потому что ну, здесь будет нехорошо. Ну, если будете обманывать, то человек перестанет вам помогать. Вы можете просить помощи, да, но если он знает, что вы обманываете, человек перестанет просто вам помогать, идти навстречу. Вам придется самостоятельно искать какого-то другого человека, вот, чтобы он вам помогал. Ну, что, да, вы найдете, если не этот, так другой человек, вы найдете того человека, который вам поможет и который, ну, вам будет классно. Вы будете довольны. В любом случае будет рядом человек, тот, кто вам поможет. Поэтому вы можете просить о помощи. Сейчас вы находитесь, говорю, в ресурсе, вам нужно только определиться с вашими целями. Чего вы действительно хотите? Вы хотите замуж, вы хотите детей, вы хотите новой работы, вы хотите проект, чтобы у вас пошел, да? Ну, что-то вот здесь нужно определиться просто.
Совет здесь вам, смотрите, возьмите паузу и хорошенько подумайте. Вы не можете здесь как-то принять решение. Вы хотите и за двумя зайцами погнаться, в общем, и того зайца поймать, и этого зайца поймать. Вот. А вам нужно определиться здесь, нужно сделать выбор сердцем, то, что вы действительно хотите. А для этого нужно время, нужно взять паузу. Нужно взять паузу и подумать, хорошенько подумайте. А вы не можете, понимаете, вы закрываете свое сердце от эмоций, вы как-то закрываетесь от того, что вы действительно хотите. Вы не знаете, вы не видите, какое принять решение, у вас это не получается. Вы хотите все оставить по-старому, как было. Но вы все-таки ждете, понимаете, что подвернется шанс, и все повернется так, что вы будете в выгодном положении. На самом деле это все очень тяжело, чтобы это все случилось, чтобы этот шанс. Вам нужно брать все в свои руки и действовать, идти к своей цели самой или самому. Нужно работать, нужно ставить себе цели, нужно, если вы хотите партнерских отношений, то нужно об этом говорить, нужно к этому идти, к этому стремиться. Вот. Ну да, со временем все, знаете, все будет на своих местах, все встанет на свои места, вы примете правильное решение, и ваша мечта осуществится здесь. Вы будете довольны, да. Возможно, не так быстро, но вы придете к этому. Такой получился расклад. Спасибо, что вы посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, предлагайте свои темы в комментариях. И всем пока!